Всем привет, ребят! Как и говорил, мы с партнером запустили компанию. У нас есть Сашка, которая будет заниматься поиском заказа. У моего партнера есть человек, который будет тоже помогать находить заказы. Будем вести в программе. Компания называется UA Moving. Так как я проработал в 10 компаниях, я вижу, как это работает, какие недочеты есть, что нужно делать, чего не хватает. Мы научились брать машины в аренду, подкупили став, покажу, чуть позже расскажу, как что. Мы едем на первый заказ, Сашка поехала со мной посмотреть, может быть, заодно что-то подснять. Сегодня я работаю один, мы работаем не вдвоем. Сашка, конечно, смотрела на эти видео, как ребята на шолдер-доле поднимают сейфы, пианино. Я думаю, что я смогу подснять вам, как она это тоже сможет сделать со мной. Всем хорошего просмотра. Поехали. Посмотри, как красиво справа. Просто красота. Мы наконец-то поняли, что Канада – страна возможностей. Я благодарен каждому человеку, который смотрит меня, поддерживает, который ставит лайки, оставляет комментарии. Это мое хобби. Много ребят, которых я встречаю, моих тех же подписчиков, даже на прошлом видео, которое вы видели, это просто подписчик, который смотрел еще с Украины. Приятно. Ты не ожидался, что ли? Что вот можно встретить и на таком маленьком канале. Не важно, сколько вас, важно то, что есть, попадаются хорошие люди на твоем пути, и мы вместе с ними идем. Первый наш заказ, 2 бедрума перевозим. Еще куча места осталось, так что реально можно даже больше перевозить за это в этой машине. За 15 минут выгрузилось все, вот так нужно было ходить. 2 бедрум. Неправильно было упаковано, потому что человек хотел так, как он хотел заносить, не так, как нужно. Пока вот делали первую загрузку, уже загружаем вторую. Нашли второй заказик небольшой тут же по месту. Люди попросили еще кое-что перевезти. Так что, как говорится, работа есть, нужно только уметь ее искать. И вот пустой трак. Оказывается, получается, ну, конечно, у них, если честно, было немного стафа, но, пожалуйста, 2 бедрумные переехали без проблем. Еще и место было свободное. Так что, пожалуйста, заказывайте нас. Пашка умеет все собирать, как тетрис, поэтому все влезет. Можете меня поздравить. Первый заказ в нашей компании. Не на кого-то, а уже сами. Сашка этот заказ нашла. Парень с Италии, 10 лет живет в Канаде, жена у него с Канады. Вот они, у них получается какая ситуация. Продажа была квартиры, в которой они арендовали. Им нужно было съехать, они съезжали к друзьям. Плюс еще один друг не переехал. Мы сделали это меньше, чем за 2 часа. Час стоит трак, трейлер $80. Плюс мы помогли перевезти другу матрас, бокс-сприн. Одна сумка там, ну и для вещей. Час $80, но минимальный заказ? Да. 2 часа. Минимальный заказ 2 часа, да. Если что-то по минимуму просто перевезти, какая-то вещь недалеко, да, это будет стоить $80. Я вам помогу загрузить, выгрузить там с вами и так далее. Если работаю я и плюс один человек, $110 будет стоить час. На данном этапе пока так. Нужна будет большая машина. У нас есть, это не есть проблема. Нужно больше людей. Конечно, у нас есть больше людей. Это все без проблем и просто. На самом деле очень приятно работать у себя, поднимать свое, развивать. Очень сейчас тяжелое время в плане мувинга, снега, которые будут начинаться, холодно и так далее. Новая компания, где брать заказы, как. Я смотрю, сколько приходит рекламы сейчас, заказов. Вот просто мониторю мувинг и вижу, все льют трафик, кучу денег тратят на рекламу, просто гонка цены муверов и так далее. Но опыт 10 компаний показал, что единица реально людей, которые умеют работать, нормально мувят и так далее. Остальные ребята, ну, так работают, знаете, вот просто как вот мне пишут подписчики: Паш, ты грузчик. Ну, вот как грузчик работают. Но мы хотим немножко это на самом деле по-другому. Все, и у нас не только направление мувинг, на самом деле холдинг, потому что есть другие направления, которые уже работают, плюс надо запускать дополнительное направление. Сашуль, клининг надо запускать или нет?
Надо? Надо. Есть еще другие варианты? Все потихоньку. Все потихоньку, степ by степ. Сейчас я выйду, расскажу, что за машина, какой год, что, какой трак, какой трейлер, сколько фит, плюс-минус посчитаем, сколько это удовольствие стоит на старте, стоит ли этим вообще заниматься. Интересно ваше мнение. Напишите с подписчиков, кто, может, в Канаде уже открыл какой-либо бизнес. Интересно было бы услышать ваше мнение. Идет у вас, не идет. Мы едем себе уже у нас на районе. Заказ занял меньше 30 километров общего пробега. Поэтому это было не очень накладно для компании. Но все классно. И для тебя тоже. И для меня тоже. Для меня заказ это был супер легкий. Вот просто. Вы же понимаете. Начало положено, как говорится, как начнешь, так и поедешь. Так что надеюсь. Так что называйте теперь меня просто богатый. Просто богатый. Вот это как подписчики говорят. Уже это богатый таксист. Нет, просто богатый. Таксист нет уже. Пока не убираю, но таксист уже нет. Слава богу. И не хочу пока садиться сюда. Да, оборудование идет полным ходом. Так вот, раз. Будем готовы ехать. Как я обещал, сделаем небольшой обзорчик. Это Dodge Ram 2017 года, 5.7 Hemi, Ram 1500 с закрытым кабиной. Здесь можно возить будет эквипмент. Машина с бесключевым доступом, с электроуправлением сидений. Есть монитор, есть камеры, очень хорошая комплектация Garmin. Места много, нету панорамы, ну и это хорошо. Очень много сзади места. Машина вообще шестиместная. Ну, обычная машинка, как машинка. Хорошие колеса, есть полка, камера, парктроники. И поговорим с вами по поводу трейлера. Вот такой трейлер, он идет 16 на 7 фит, колесики надо зафиксировать на ночь, сзади, как видите, по два колеса, открывающаяся задняя часть, которая падает, очень будет удобно заходить, ну, вы видели, как она лежит, вот, есть свет, боковая дверь, практически ничего не хочу носить здесь, чтобы здесь было свободное место. Вот осталось чуть пледов, я их так и оставил здесь. Горит замечательно свет. Все элементарно, просто хорошо. Так раз, и мы свет с вами выключили. Для старта этого хватит, чтобы возить 1, 2, 3 bedroom. Может быть, можно будет возить что-то на ней и больше. Нужно понимать, как загрузка будет происходить. Вот как-то так, ребятки. Вот такой старт. У нас, так, смотрите, цена на трейлер где-то вот такой с алюминиевым исполнением новый 23-го года плюс-минус 15-20 тысяч долларов. Машина стоит район 30 тысяч долларов. Вот такая сцепка, более 45-50 тысяч долларов для старта нужно для мувинга. Если вы хотите возить и работать на себя. А вы думаете, стоит ли вам открывать, заниматься этим? Далее все будем подробнее рассказывать, как оно и что. Спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Ну, а самые смелые, конечно, могут подписаться, чтобы получать первыми уведомления о наших заказах и нашем движении в Канаде. Мы уже 11 месяцев. Ждите следующее видео, будет как раз про месяц расходы и доходы. Пока. Забыл, ребят, добавить, если вы хотели со мной встретиться, можно провести время приятное с полезным, что-то перевезем, что-то докупим, то, что вам нужно в дом, донесем, заодно пообщаемся. Поэтому на старте можно поддержать таким образом меня, нас, как компанию. Спасибо вам, что вы со мной. Удачи!